Простите, я вас разбудил? Не нужно извиняться. Опять тот сон. Вы зашли в комнату? Нет, ни разу. Что ж, сны — это просто сны. Мудрость великого Джонни. Сейчас вам нужен добрый завтрак. Нет, спасибо. Я не голоден. Я пишу вам тайное в спешке. Брат аббатства Хеджгроу мертв. Я прошу немедленной помощи инквизитора Истинного Рассвета. Да будет его дорога сюда быстрой и безопасной. Наш старший настоятель думает, что в смерти замешано колдовство. Он намерен казнить подозреваемую без суда инквизиции. Мне же хочется божьего правосудия. Искренне ваш, брат Феликс. Принеси нам удачу и доброе здоровье. Одари своим милосердием тех, кто предан тебе, и тех, кто нет. Не отворачивайся от них, даже если они и не верят, отец. Аббатство Хеджроу. Неприятное чувство снова оказаться здесь. Господь даст вам силу. Нужно только попросить. Силу придает цель. Не Бог. И сюда чума добралась. Мерзкий инквизитор! Сожги ее! Сожги ли вы сами! Господи, мы опоздали. Нет. Ее заклеймили как еретичку. У них нет на это власти.
Здравствуйте! Есть тут кто? Здравствуйте! Я Матео из... Я Матео из Истинного Рассвета. Прошу впустить нас немедленно. Смотрите под ноги. Я получил письмо брата Феликса. Он утверждает, что... Мы смиренные монахи. Все время проводим в служении Богу. Мы ведем тихую жизнь. Закон запрещает сжигать еретиков без суда. Для инквизитора вы слишком молоды. Ученик? Я опытен, можете не сомневаться. Я надеялся, Истинный Рассвет пришлет старшего инквизитора. Пусть моя внешность не обманывает вас. А моя вас. Нужно сообщить о вас настоятелю. Нет. Сначала я хочу увидеть девушку. Порядок переписывает. Отведите меня к девушке. Инквизитор. Я начну опрашивать остальных. Встретимся позже. Что-то не так. Ему не нравятся узкие пространства. Держитесь ближе. Здесь настоящий лабиринт. Можно потеряться. Да. Я помню. Вы держите ее в таких условиях? Я всего лишь переписчик, инквизитор. Это не в моей власти. Понимаю. Я пришел помочь тебе.
призналась? Еще нет. Но признается. Вы, должно быть, настоятель. Я немного удивлен. Что делает инквизитор в моем монастыре? Я вызвал его. Помочь разгадать обстоятельства смерти Франциска. Я хотел сначала привести его к вам, но он настоял. Простите меня, настоятель. Эта девушка еще ребенок. Черной магией может владеть кто угодно. Что она может знать о магии? Скептик. Нет, у нее договор с дьяволом. Она будет гореть. Нет, если она невиновна. Думаете, это защитит вас? И кандалы? С тех пор, как их на нее надели, воцарился мир. Вашим рассудком завладела паранойя. Снимите цепи, мы не дикари. И это... Они не нужны. Осторожнее, мальчик. Неверие не спасет тебя от дьявола. Неверие тут ни при чем. Мы устроим ей проверку. Церковь использует проверки только в крайнем случае. Устрой ей проверку. Хотите проверку? Хорошо. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Проверки часто калечат и убивают невинных. Посмотри на крест, пожалуйста. Посмотри на крест. Дьявол не может смотреть на священный крест. Ее пытали во имя Бога. Я бы тоже не посмотрел. Вы колдун-инквизитор? Ее больше не будут пытать. Вы меня поняли, настоятель? Зачем вы сюда приехали? Чтобы спасти невинную жизнь. Вы хоть понимаете, что случится? Отпусти мы ее. Да. Девочка вернется домой. Нет, 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 у нее нет дома. Нет, ее семья сбежала из города. Если мы ее отпустим, жители города устроят над ней правосудие. Мы делаем святое дело. Господь не пытает и не убивает невинных детей. Как и церковь. Тебе тут не место. Умоляю тебя. Умоляю, уходи немедленно. Я никуда не уйду. Отведите меня на место происшествия. Он лежал тут, в ложе собственной крови. Этот кинжал был у него в руке. Он держал его так? Или так? Да, так. Были признаки драки? Упавшие свечи, сломанная мебель, следы в крови. Ничего.
Где тело? Сюда. Дальше я сам. Благодарю вас. Феликс? Феликс? Вы просили приехать именно меня? Нет. Что это? Я не могу делиться деталями расследования. Но это я вас сюда позвал. Это не исключает вашего участия и не дает вам привилегий. Пока я не доберусь до правды, буду подозревать всех. Почему они поют? Они молятся за погибшего брата. Завтра мы восстановим обычный для Франциска день. Если что-то может объяснить его смерть, мы это найдем. Да. Я могу как-нибудь помочь. Как он обычно проводил время? Чем занимался? Брат Франциско был... Кем? Одним из ближнего круга. Братья редко добиваются такого статуса. Они проводят в святилище долгие часы. Нам нужно туда попасть. Это святая святых. Туда можно только ближнему кругу. Вот ваша комната. Спасибо.
Постарайся поспать. И вы. Ради вашего аббатства. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Спасибо. Я буду молиться за вас.
Ты напугала меня. Как тебя зовут? Тебе незачем меня бояться. Вижу, кандалы они сняли. Ты знаешь, что это? Ты уже видела этот знак? Видела? Где? Что это? Скажи мне. Я не то зло, что поселилось здесь. Какое зло? Мне нужны ответы. Ты знаешь, кто обвиняет тебя? Как ты сюда попала? Где твоя семья? Их нет. Мертвы? Ушли? Ушли. Ты знаешь этих монахов? Знала монаха, который умер? Я знаю ближний круг. Откуда? Знаешь, из-за чего тебя обвинили? Ты заключала договор с дьяволом? Помоги мне. Thank you.
Помоги мне. Джонни! Джонни! Матео! Вы меня чуть не сбили. Прости. Джонни, я нашел дверь. Дверь из сна? Куда она ведет? Она была закрыта. Идем, нужно поесть. Инквизитор, сюда. Голодны? Ужасно. Ешьте. Вам понадобится. Еда протухла. Она испортила нашу еду из клетки. Ее нужно сжечь немедленно. Успокойтесь, братья. Ее силы растут. Нам нужно объединиться. Иниго! Мы должны позволить Инквизитору завершить расследование. Где хранилась эта группа? Крупы вон там. Еда не портится в один миг. Секунду назад она не была такой. Так я и думал. Я сталкиваюсь с такой ситуацией в каждом деле. Вы позволили страху раздуть вашу паранойю. Вы видите то, что хотите. Подойдите. Убедитесь в правде сами. Запасы испорчены. Такое часто случается, когда еда хранится неправильно. Две бутылки. Одна бутылка аниса.
Тут кто-то есть? Ребенку тут не место. Я хочу знать, что происходит в святилище. Согласен. Доброе утро, Татун. Начну расспросы с него. Увидимся позже. Семье. Храни вас Бог. Идите. По очереди. На всех хватит. По очереди. Ты тут не пробегала, девочка? Нет. Стой! Ваш паёк. Храни вас Бог. Вы видели Тетана? Да, туда пошел. Постой. Я тебя не вижу. Вы замечали в последнее время что-нибудь странное? Например? Мне видится всякое. Храни вас Бог. То, чего нет. Тетан? У тебя есть проблемы со сном? Не было. Но с тех пор, как прибыл Инквизитор... Да. Тетан? Подходите. Инквизитор. Я подскользнулся. Назад. Она до сих пор жива. Сколько должно умереть, чтобы вы сожгли ее? Это не больше, чем несчастный случай. Несчастный случай? Инквизитор думает, он упал случайно. Пора нам взять дело в свои руки. Нужно уходить. Скоро все разрешится. Очень скоро. Хватайте их, убейте инквизитора. Бежим, бежим. Не подходите. Здоровяка убьем вместе. Дело Тетана. Питер. Нет. Готовы? Питер. А!
Оставь тело! Джонни! Джонни! В городе Бунт. Город бунтует. Нас едва не убили. Вы их спровоцировали? Спровоцировали. В чем дело? Тэттон. Он мертв. А что? Он упал с башни. Мы все это видели. Она убивает нас по одному. Этому нет доказательств. Франциско. Теперь Тэттон. Да. Хватит. Такие мысли представляют опасность. Не поддавайтесь паранойи. Моих монахов убивает не паранойя. Ваши слова вредят всем, инквизитор. Выбирайте их осторожно. Камни наверху стали скользкими из-за дождя. При осмотре башни я нашел торчащую доску. Вы сами можете увидеть кусок ткани, зацепившийся за гвоздь из доски. О чем вы? О том, что он подскользнулся. Его плащ зацепился, и, к сожалению, из-за этого он и упал. А что он делал наверху? В руке брата Франциско был найден нож. Держал он его так. Это говорит о том, что он сам нанес себе смертельные раны. Ран на нем было слишком много. Человеческое тело сильное. Зачем ему было это делать? Ему не нравилось в ближнем кругу. Продолжай. Мы больше не будем об этом говорить. Франциско убила ведьма. Брат Франциско убил себя сам. Я больше не намерен ждать. Она умрет на рассвете. Нужно устроить проверку. Вы уверены? Это суеверие нужно остановить. Ты видел ненависть в глазах горожан. Если монахи не убьют ее к утру, они сожгут все аббатство и всех, кто внутри. А что, если они правы? Джонни, ты должен быть на моей стороне. Я с вами, как и Бог. Но это... это проверка, греховное дело. Нет. Эта проверка непогрешима. Обещайте, что постараетесь сегодня поспать. Утомленный разум — открытая дверь для дьявольских идей. Инквизитор! Инквизитор!
Питер, мне нужно поговорить. Что ты тут делаешь в такой час? Вы и ваш друг должны уйти. Завтра я покажу всем, что на самом деле тут происходит. Не дай этим разговорам о ведьмах напугать тебя. Я послушал настоятеля и приора. Они замышляют против вас недоброе. Понятно. Когда я прекращу это безумие, направлю письмо в Орден Истинного Рассвета. Вы просто не понимаете. Настоятель очень опасный и очень могущественный человек. Я знаю. Спасибо тебе, что предупредил. Приступим. Понимаешь, что тебе предстоит? Довольно медлить. Прошу, не опять. Эта девушка должна поднять глаза к кресту и вдыхать через эти отверстия. Совершив это, она примет Божью милость и докажет, что невиновна. Сейчас вы все увидите, что я пытался вам доказать. Все, что она должна сделать, это посмотреть на крест и вдохнуть.
Подними голову к кресту и дыши. Джонни, ключ. Поднять крест, а значит обмануть Бога. Джонни, ключ. Нет. Нет. Нет, нет. Дыши. 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 Высший суд свершен. Прошу, дыши. Прошу, сделай же вздох. Давай, дыши, дыши. Я должен сказать вам спасибо, инквизитор. Вы сэкономили нам время. Она не была ведьмой. Мне кажется, ваш тест доказал обратное. Она решила умереть. Она выбрала смерть своим страданиям. Она мертва, инквизитор. Она мертва. Тело нужно сжечь. Я не дам вам к ней прикоснуться. Она мертва. Все кончено. Вы должны немедленно уехать, инквизитор. И ты тоже. Да. Ты предал меня, вызвав сюда инквизицию. Нет, помогите, кто-нибудь. Нет. Иниго. Этого нет. Это не по-настоящему. Мне все кажется. Иниго.
Наконец, я больше не буду их видеть. Боже мой. Последнее деяние ведьмы. Помолимся за его душу. Ведьма мертва. Не успокоилась и после смерти? Нет, это дело рук не ведьмы. Откуда вы знаете? Его раны. Раны точно такие же, как у Франциска. Это не может быть один из нас. Мы бы не тронули друг друга. Нет. Это не один из нас. А кто на такое способен? Тот, кто намерен принести раздор в нашу мирную жизнь. Инквизитор. И кажется... Среди нас есть убийца. Это очень серьезное обвинение, инквизитор. Я это понимаю, приор. Феликс, вы общались с Питером. Когда видели его в последний раз? Мы вместе тут молились. Когда? На закате. Кто видел Питера после заката? Никто? Руссо? Григорио? Висента? Никто из вас не видел Питера после заката? Я видел. Хорошо. Когда? На рассвете. Где? Он был у вас. Инквизитор? Он был у инквизитора? Да, настоятель. Кто еще это подтвердит? Спросите здоровяка. Джонни, он говорит правду? Нет. Нет, нет. Пусть он сам скажет. Да. Вот вам и ответ. Вот правда. Я не отрицаю. Питер приходил ко мне. Вы видели Питера последним? Он хотел мне кое-что рассказать. Я слышал спор и тихие голоса. Мы не спорили. Он узнал, что вы связались с ведьмой, и вы убили его за это. Не слушайте эти безумства! А кто мог? Кто мог воссоздать преступление, если не вы? С вашим приездом ее силы увеличились. Почему? А потом... Потом мы нашли это. Его сняли с ее решетки. Его и все остальное. Что можете сказать на это? То в них не было нужды. Нет? Но вы доказали, что была. А что это, инквизитор? Это часть моего расследования. Это было на теле Франциска. Не забывайте, что меня вызвали сюда после первого убийства. С
Кажется, инквизитор знаком с этим символом. Одержимый демоном! Она прислала вас сюда, и вы выполняли ее приказы с самого начала. Я верил вам. Бросьте это чудовище в камеру. Ваше расследование окончено, инквизитор. Не трогайте его. Он предстанет на Божьем суде. Если окажется виновным, оплатит за это своей кровью. А кто приведет приговор в действие? Бог? Или вы? Джонни! Джонни! Всего лишь сон. Ты помнишь, что случилось? Ты умерла. Я держал твое безжизненное тело. Ты помнишь, что случилось? Помоги мне. К
Как ты можешь быть жива? Вспомни. Что вспомнить? Я не знаю, что я должен вспомнить. Ты должен. Нет! Я видел, как ты умерла. Как это возможно? Вспомни. Или будешь мучиться так же, как мучилась я? Нет. Ты будешь беспомощным. Ты умерла. Уверен? Джонни! 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 Джонни, проснись! Джонни! Джонни, помоги! Джонни, помоги! Посмотри на меня. Посмотри на меня. Пожалуйста, нет. Нет, не смотри на нее. Я не могу отвернуться. Нет. Джонни? Джонни, посмотри на меня. Остановись! Прекрати! Не надо! Матео! Помоги мне! Помоги мне! Джонни, нет! Вспомни! Я не могу! Я не могу вспомнить! Нет! Нет! Джонни! Он ждет вас. Вам нужно только попросить. Зачем? Попробуй найти меня.
Кто там? Проснись. Что случилось? Я не могу объяснить. Где она? Она... не мог отвернуться. Но она контролирует разум, в этом ее сила. Он не хотел жить. Этого она и хочет. Ее жертвы слабые, трусливые. Ваше неверие убило нескольких моих братьев, инквизитор. А сейчас... сейчас из-за вас слуга дьявола ходит по моему монастырю. Теперь я верю. Думаете, можете изменить свой разум так быстро? Она восстала из мертвых. Да. Она убила моего друга. Господь не одобряет месть. Тогда она предстанет перед правосудием. И Господь решит. Наша вера в Бога – это все, что у нас есть в борьбе против зла. Настоятель. Чего ты хочешь? Приор. Хорошо, ты должен мне поверить. Я не могу, не после того, что случилось. Ты не согласен с настоятелем? Нет. Думаю, вас не надо было выпускать. Хочешь оставить меня в темнице? Это к лучшему, инквизитор. Я же сказал, я не имею отношения к смерти Питера. У вас был символ. Мой мальчик. Настоятель, что нам делать? Григория? Нет, постой! Послушай! Послушай! Что ты увидел? Там был Питер. Эдуардо. Григорио. Он. Что? Что с ним? Посмотри на меня. Посмотри на меня! Он покончил с собой? У
Нельзя верить тому, что видим. Все, что мы видим, может навредить нам. Она убьет нас всех. Нет. Ее нельзя остановить. Настоятель. Куда вы идете? Что такое? Просто. Кажется. Вы нужно уходить. Здесь небезопасно. Бросить монастырь. Настоятель ушел. Нам конец. Уйдем через обеденную. За мной. Инквизитор. Я не пойду. Мы должны идти. Нет. Нет, я оказался здесь не случайно. Мне нужно понять, почему. Я найду остальных. Уходите. Вы хотите ее наказать? Что бы вам ни говорил настоятель, я с ней не заодно. Если вы останетесь, то и я тоже. Нет. Нет. Я тоже останусь. Хорошо. Держимся вместе. Не двигайтесь! Держимся вместе! Вы все скоро умрете. Почему он это делает? Это не настоятель. Что это? Не слушайте это. Держимся вместе! Тут что-то есть. Нет. Вот. Видите? Это иллюзии. Я ничего не видел. Только слышал голоса. Иллюзии бывают разные. Матео. Феликс? Эдуардо? Yeah.
Феликс. Что случилось, Феликс? Настоятель напал на меня. Он пытался заставить меня спуститься в туннели. В туннели? Зачем? Там ничего нет. Феликс? Феликс, где мы встретились в первый раз? В святилище. Отпусти меня! Инквизитор, не смотрите на нее! Не могу! Не могу! Висента. Висента, опусти нож. Нет! Ты настоящий? Да. Пусть моя внешность не обманывает вас. А моя вас. Я должен был проверить. Остальные? Я вышел из туннеля и никого не увидел. Я слышал крик. Висенте. Мертв. Боже, смилуйся. Что нам делать? Попросите. Thank you.
Мне нужно зайти глубже. В туннеле. В святилище. Я не говорил вам, где оно. Тебе не нужно было. За ноги. Открой ей глаза. Свяжем ее. Тряпку. Покончим с этим наконец. Сначала сольем ее кровь, потом сожжем. Настоятель, послушайте. Нужно только так. Берите факелы, каждый. Изгони зло, изгони грехи. 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 Прошу, не надо. Изгони грехи. Изгони зло. Изгони грехи. Изгони зло. Изгони грехи. Молитвы. Пролей свой свет, обнажи тьму. Наши грехи теперь ее. Забери эту грязную душу и очисти нас, огради нас от искушений. Этот договор разврата окончится сегодня. Этим священным оружием мы изгоним наши грязные грехи. Себе, не двигайтесь. Опусти кинжал.
Инквизитор? Я сказал, опусти! Настоятель сейчас кое в чем вам признается. Посмотри на нее и скажи им, что ты сделал, что ты всегда делаешь. Я приношу чистоту в наши сердца. Скажи им, мерзавец, или я сам. Ты так ничего и не понял. Я все видел. 20 лет назад я был в этом зале. Я делаю, что должен. Чтобы очистить души, мы должны изгнать из себя свои грехи. Ты нарушил клятвы Богу. Он совершил ужасные поступки, а называет себя образцом чистоты. Признавайся, ты сделал из нее дьявола. Нет. Признайся. Нет. Все женщины послушницы дьявола. Они сами этого хотят. Нет. Освободи ее. Сколько? Сколько ты убил, чтобы сохранить свой секрет? Ты убил Питера. Ты убил его, чтобы повернуть их против меня. Настоятель. Это правда. Я сделал это, чтобы защитить вас. Ты! Ты заслуживаешь смерти. Но убив тебя, я стану таким же монстром, как и ты. Господь решит, как тебя наказать. Убей его. Убей, поэтому я привела тебя сюда. Я не вправе забрать его жизнь. Он забрал мою. Ты тоже убивала. Он уничтожил мою душу, проклял невинную девушку. Я не убью ради тебя. Не подходите. Я получу правосудие. Все кончено. Не делай этого. Он будет моим. Ты не можешь забрать его. Не подходите! Ты мог спасти меня. Внимание всем игровым! Заходи на Азина 777. Отыграться и выиграть можно только тут. Куда ты пойдешь? Мне нужно время, чтобы найти свое место в мире. Здесь тебе всегда будут рады. Инквизиция закроет аббатство. Нет. Это место будет служить людям. Благодаря тебе. Тебя нам послал Бог. Написал письмо ты. Аббатство в надежных руках. Спасибо, инквизитор.
Отойди от окна.